сегодня все это понимают, да, и уже и люди, которые живут в домах, и предприятия, и малые, и крупные, что за энергосбережением это будущее. Поэтому мы достаточно вошли в амбициозный проект. Планируем сегодня заменить 1036 светильников и, соответственно, установить 5 шкафов управления автоматики и получить на выходе энергосбережение в виде 66% экономии электроэнергии. Такую экономию обеспечат энергоэффективные технологии. Если светильники старого образца в среднем потребляют 250-400 кВт в час, то светодиодным необходимо в 3 раза меньше энергии. Сберечь бюджетные средства поможет интеллектуальная система управления уличным освещением. Она автоматически выбирает нужный режим в зависимости от сезона и времени суток. Стоит система глобального позиционирования, которая определяет местоположение города. И в соответствии с алгоритмами рассчитывает длину светового дня на территории. В соответствии с этим, с этой продолжительностью, она управляет освещением, позволяет наиболее оптимально и эффективно использовать затраты на электроэнергию в течение суток. 14,5 миллионов рублей составят инвестиции Пермэнергосбыта. Для компании это уже не первый опыт участия в модернизации уличного освещения. Аналогичные работы недавно были завершены в 3 микрорайонах Кунгура. Там заменили 1500 светильников, почти 90 опор, проложили 60 километров кабеля. С предложением внедрить энергосберегающее оборудование в городах Прикамья акционерное общество «Пермэнергосбыт» обратилось в краевое правительство. Проект включили в региональную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2020 года с перспективой привлечения федеральных средств по госпрограмме энергосбережения. В зависимости от того, какой объем финансирования будет утвержден, на абсолютно логичную сумму готовы профинансировать нас федеральный бюджет и на... По сути, каждый выделенный рубль из 2 бюджетов может быть привлечено до 2-3 рублей как бы частных инвестиций. Заявку на участие в госпрограмме региональное министерство ЖКХ направит до конца первого квартала 2014 года. Какой город Пермского края следующим оценит преимущества энергосберегающих технологий? Ответ на этот вопрос зависит от активности муниципалитетов. Александра Михеева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.